Ты сумка, я. Хотя бы чистая буду, блядь, пацаны, но вообще. Ну так не чисто. О, бля, блестят как у кота. О, трактор чистит. У тебя тоже грязно. Лысик, у тебя обувь грязная, иди почисти. Ты красава. Дай-ка я начищу, на, возьми его туда, пожалуйста. Дай-ка я вручную вытру ими. Ты куда вручную? Ногами чистим. Да ладно, я так, думал, я отполирую. Я отполирую. Ё-моё, ради такого это стоит. Ребята, Чернухина наша, все. А этим гадам тут нечего делать вообще. 100%. Они зря пришли на нашу землю. А эту тряпку, я не знаю. Давай растянем. Хай оставят они ее себе. Наш показывать надо, на, поли. Хай с нее себе стрижки шьют. Дальше. Подожди. Блять, не горит. Братаны, дайте нормальную зажигалку. Подождите, я подаю все. Давай, трактор. Зажги его. Полить. Так будет с каждым. Пошел ты. Пока что на пухо горит. Да, я поняла. Сейчас разгорится. Сейчас разгорится, падла. Нехер им тут, падлам, делать на нашей земле. Все аккуратно. Там 762 ящика. А я откуда знаю? Бать, а у кого? Вот, сука, не горит, блядь. Да ладно, разгорится. Зажигалка такая большая. Мне сразу не подойдет, я с тобой пойду. Ну, потухло. Да, блядь, хоть. Вот так взял, нахуй, разорвал, блядь. Говорю. Давай. Давай. А ну, стой. О, давай. Нормальная автогенция. Держи его. Вот, конечно. Он даже не горит, ё-моё. Это по всем российским, украинским каналам будет, да? Да. Понятно. Слушай, это гадость даже не горит. Даже не горит, твою. Это гадость, понимаете? Она плавится. Вот да. Так, о! И вот так вот. Больше никак нельзя поступить из-за заразы. Ладно, маме привет, можно в Россию передать.